Тебе нравится шелест волн, малыш? Мы с твоим отцом часто плаваем по реке. Однажды и ты научишься скользить по ее водам. Мы живем в сердце Диколесья, самого красивого леса во всем Мидгарде. Тут безопасно и тихо. Тут много дичи, и ты ни в чем не будешь нуждаться. Неподалеку отсюда то место, где мы с твоим отцом встретились. Мы чуть не убили друг друга. Но с тех пор он стал мягче. Немного. К несчастью для тебя, он по-прежнему ужасно упрям. Кажется, учить тебя разговаривать придется мне. Твой отец научит тебя охотиться. Хотя, возможно, и это придется делать мне. Ведь все, что он умеет делать, это ворчать. Тебе нечего сказать своему сыну? Что мне сказать ему, Фэй? Хоть что-то. Пусть он узнает твой голос. Пусть узнает тебя. Чем меньше он будет знать, тем лучше. Знание не всегда обуза. Подумать только. Могучий бог войны боится собственного сына. Я не боюсь нашего ребенка, Фэй. Я боюсь за него. Он невинен. Мы не наши ошибки. Мы не те, кем были раньше. Мы должны быть лучше. Атрей, наше будущее. Береги его, Кратос. Защити, защити. Huh?
Что тебе сделала эта стенка? Я концентрируюсь. Отец меня научил. Получается? Пока нет. А на чем концентрируешься? На контроле эмоций. Хеймдаль пытается вывести меня из себя. Но я не поддамся. Труд. Эй, здесь труд. Спокойно. Тренируетесь без меня? А что, неплохая идея. С тобой? Ну, по-моему, идея отличная. Но если твоя мама узнает, разозлится. Верно. Но ты не учел. Не учел. И мне совсем не больно. В общем, тебя хочет видеть дед. О, понятно. Дед, ладно. Тогда вот держи. И передай привет Сив, леди Сив, Атрей. Увидимся. И Труд. Пока, Труд. Мидгарские мальчишки странные. Странный не значит плохой. Вы двое. Что в кувшине? Сливки. Мама любит. А он об этом знает. Дед у себя в кабинете. До встречи. Покой Сиф и Тора. Дома все с ума бы посходили, зная они, что я здесь. Кстати, а что я здесь делаю? Я не понимаю. Все гораздо сложнее, чем ты думаешь. Тебе не надо знать... Но я уже взрослая! Дело не в твоем возрасте. А в чем тогда? В моем возрасте магний и моди были вынуждены пойти дорогой, которая привела их к смерти? Я не понимаю. Ты не пытаешься. Так помоги мне. Почему ты так хочешь пройти тем же путем? Еще и в компании этого юнца. Дело вовсе не в нем. Я просто... Это моя мечта. Разве ты никогда... Ты ведь не простушка. Мы же асы. У нас нет мечты, только долг. И тебе пора к этому привыкнуть. Я тебя ненавижу. Вот и он! Катастрофа великанских масштабов! Слушай, что с тобой не так? Ты мне не так! Разве не ясно? Ты пришел сюда с громкими речами, словно все про всех понял! Но я вижу лишь напуганного мальца, делающего храбрый вид. Растерянного, беззащитного, оказавшегося вдали от дома. О, или я не прав?
Не здесь. Может, он в библиотеке? Это старый гобелен? Или его так изображают? Мамин ковер из медведя мне нравился. Теперь я буду смотреть на него по-другому. Что ты хочешь сказать? Я не понимаю. Это маска, а потом и великан, убивший моего сына. Зачем? Что ж, я могу тебе объяснить, но я не смогу за тебя понять. Хватит позволять своей жене думать за тебя. Она лишает тебя остатков рассудка. Дело вовсе не в ней. Нет, дело в твоих недостатках. Прими их и живи дальше. Иди, разбей что-нибудь. Честно говоря, пьяницей ты мне нравился больше. Локи, подойди. Я наконец-то понял. Здесь ты убил Эмира. Первого великана. Скажи, можно ли убить оползень? Задушить бурю? Он ведь был ходячей стихией, вместилищем силы. Я был молод и глуп. Я увидел шанс сотворить что-то новое. По-твоему, это жестоко, но мне пришлось это сделать. Для защиты рода. Почему твой дом здесь? Что там? Если ты не скажешь... Я пытаюсь объяснить. После смерти Эмира... Я кое-что увидел, разлом. Может, колыбель самой реальности. Я заглянул в него, и что-то воззрилось на меня оттуда. Оно шептало мне вещи, которых я не мог уразуметь, но знал, это правда. Оно ослепило меня. Я подумал, все, больше туда не заглянуть. А потом нашел ее. И понял, она позволит мне наконец узреть ответы. Видишь ли, я не знаю, что меня ждет за гранью. Уж точно не Вальгалла, грянет Рагнарёк, а дальше? Я должен знать, что это не все. Я должен знать, что будет со мной. И это правда. Клянусь своим глазом. Это правда. Здесь говорится о неких холодных вздохах. Вздохи, ветер. Это про Хельхейм. Хельхейм, значит? Хорошо. Позови сюда, друг. Я знаю, кого позвать тебе в помощь. Я надеюсь... Вы справитесь с ответственным делом. Мы не подведем. Не то я тебя устрою. А, забыл сказать. С вами пойдет Хеймдаль. Какая честь. Для всех нас. Эй-эй-эй, погоди. Нельзя отправляться в студеный Хельхейм без вот этого. Эфрила. Вот это тебя согреет. Не за что. Мимир сказал, даже Один не выдержит стужу Хельхейма. Вы верите всему, что говорит старый хрыч? Друг, мне жаль, что в свою первую вылазку ты оказалась в Хельхейме. Ничего, мы и тут повеселимся. Как бы мне не хотелось вас понянчить, мне нужно кое-что сделать для всех нас. Если попадете в беду, покричите, чтобы я знал, где искать ваши тела. Ну и придурок. Ну, пошли искать.
Наконец-то я увижу, на что способен знаток валькирий. Во-первых, скитальцы вообще не похожи на валькирий. Во-вторых, я думал, ты мне не веришь. Скитальцы, это твой шанс! Ёлка! Если хочешь знать, я верю, что ты дрался с валькирией. Только не верю, что это дед свел с ума. И вызвал опустошение в Мидгарде. И убил всех великанов. Было еще что-то? Много чего. А мне что? Просто смотреть? Вот еще! Ого, это Наташа. Вот это да! Ябва! Что же еще такого ужасного совершил мой дедушка? Посмотрим. Уничтожил Ванахейм, пытал Тюра, убил Гроа, убил Эмира и много чего еще. Любопытно. А кто тебе это рассказал? Рэй Мимир. А, его жена-предательница и обиженный советник. Ясно. Слушай, ты мне не веришь, но... Да, либо ты врешь, либо лицемеришь, помогая ему. Давай сосредоточимся на деле. Тупик. Маска сказала идти сюда? Повернем назад. Поищем обход. Видишь, скитальцы! Значит, мы идем верной дорогой! Ну-ну. Ябва! Теперь там большая дыра. Может, через нее и пройдем.
Может, сдвинуть этот ящик? Я справлюсь. Ага, конечно. Слушай, ты же не в обиде? Да нет. Может, нашим семьям суждено враждовать? Но не нам. Я в это не верю. Зато я верю, что из тебя выйдет отличная валькирия. Я и твоей маме это скажу. Хоть она и пугает меня до смерти. Приятно слышать. Поищем этот фрагмент. Здесь нам тоже не пройти. Что теперь? Не знаю. Но нутром чую, что искать надо здесь. Ёлки! Он пробил пол! Может, теперь проход открыт? Пойдем глянем. Направо. Прямо на толпу скитальцев. Вперед! Ясно! Тоже не пройти. Отлично. Вперед. Что говорит маска? Из-за построек трудновато разобрать, куда ее тянет, но... Вроде бы мы на верном пути. Вроде бы. Ха-ха-ха!
Тогда к нам сюда? Да. А ты меня разыгрываешь? На меня смотрит вся семья. Я должна себя показать. Знаю, я тоже. Маску? Кажется, нам сюда. Погоди, я открою. Что-то она никак не поддается. Ты что-нибудь видишь? Есть. Не знаю, что это было, но грохнуло знатно. Пойдем глянем на дыру. Ну, я много рассказала о маме. А ты про отца? Он строгий. Как будто уже давно за меня решил, каким я должен стать. Но мне это хорошо знакомо. Только вот я сам не знаю, чего хочу. Я тебе завидую. Это придет. Маска показывала, что нам по прямой, но, конечно же, путь закрыт. Может, они не хотят никого впускать? Или что-то выпустить? Здесь наверняка должен быть обход. Всегда есть. Ты захотела стать валькирией? Не сразу. Как-то я поссорилась с мамой, сбежала и попала к ним на тренировку. Каждое движение было исполнено смыслом, словно они точно понимали, где должны оказаться. В тот момент поняла и я. Ну, куда теперь? Кажется, нам сюда. Да.
Тяжело? Заткнись, тут что-то мешает. Я посмотрю, но потом договорим. Ладно. Посмотрим. Неплохо. А то. Так вот, когда я увидела, как ведут бой валькирии, увидела их силу, их грацию, меня осенило. Передо мной открылся путь вперед, как на ладони. Великаны должны следовать пророчеству. Наплюй! Проложи свой путь! Заткни сейчас! Попробуем. Ну-ка, в сторонку. Это тоже заклинило. Что? Получилось? Конечно, получилось. Похоже, нам сюда, но тут не пройти. А если я... Ага! Сумеешь залезть? Попробуй как-нибудь срезать ящик с той стороны. Я подожду здесь. Меня наверх никто не поднимет. Есть. Ингрид, я не слишком грубо о нем отозвался. Она ведь должна знать правду.
Пожалуй. Эй, ты со мной говоришь? Нет, это я Ингрид. Ингрид. Понятно. Ну, я жду. Посмотрим. Куда будет хорошо на ящик? Получилось! Лучше вернуться. Взбесилась. Наверное, мы близко. Что это? А я знаю. Это же ты здесь уже бывал. Ничего. Не похоже на ничего. Близки к цели. Да и он, мне кажется, не опасен. Смотрим на одно и то же. Его, небось, не просто так заперли. Я знаю, что он чувствует. Великаны так умеют. Он просто хочет на свободу. Фрагмент где-то за ним. Верь мне. Начнем с замка, который не рядом с зубами. Лапа у него был еще один. Давай посмотрим, что он охранял. Скажи мне, что он где-то под водой. Что? Как это? Она не отвечает. Такого никогда не было. Ты сказал тебе поверить. И мы отпустили эту тварь. Дедушка меня убьет. Надо уходить отсюда живо. Труд! Все будет в порядке. Я... Можешь так говорить? Зачем я тебя послушала? Слушай, даже если я ошибся, я все равно его найду.
загрызает дыры в мирах, да? Ну, впрочем, чего еще можно ждать от полукровок? Не называй! Я буду звать тебя, как захочу, мальчик. Оставь его! Он ошибся. Нет! Ошибкой было дать тебе поверить, что ты готова. Ты ему помогла, да? На чьей ты вообще стороне, рыбка? Лучше не дерзи мне. И что же ты можешь мне сделать? Пойми, перед тобой все заискивают, потому что боятся твоего отца. А я нет. Он просто никчемный жирный пьянчуга! Еще! Да, да, я вижу, в вашем роду все тугодумы. Ну хорошо. Покажи, что можешь. Тебе нужно многому научиться, девочка. Для начала усвоить, кто свой, а кто чужой. Погоди, вот стану валькирией. О, ты правда думаешь, что всеотец тебе позволит? Прошу, не давай больше этому хорьку подпитывать твои заблуждения. Хватит! Почти. Стой! Он хочет тебя разозлить. Да? Получилось. С вами, детки, так скучно. Если вы закончили биться в истерике, то пойдемте. Мне не терпится послушать, как вы будете оправдываться перед сердцем. Проклятие, его нет! Пойдем в его кабинет. Он будет просто в ярости. Отец меня защитит. После того, как всеотец отослал его прочь, как нашкодившую псину? Сомневаюсь. А ты, Локи из Йерманов, твоя неумелость стала моим кошмаром. Я из-за нее уснуть не могу. Отстань. Нет, правда. Разнообразие твоих нелепых ошибок меня почти что завораживает. Если бы мы сумели обуздать твою бесполезность, ее мощи хватило бы на весь город. Ладно, я во всем виноват. Только ее не впутывай. Мне твоя помощь не нужна. Прости. Оставь это для всеотца. Нам нужно многое обсудить. Локи, я зайду к тебе, когда мы закончим. Это быстро. Ладно. Свое задание я выполнил, всеотец. Нашел предмет, о котором шла речь. А что до маски? Ну, они ведь еще просто дети. Взрослым надо поговорить, Лок. Я знаю, ты подслушиваешь, Локи. Я скоро освобожусь, иди. Вот спасибо. Рут, я... И слышать не хочу. Все было хорошо, пока не появился ты. Я заглажу свою вину, клянусь.
Я сейчас не хочу говорить. Она ненавидит меня, Тор. Моя мама как можно сводить на нет все, что я делаю? Тренировать ее за моей спиной? Она все равно поступит по-своему. Ты не хочешь, чтобы я помогал ей, знал, к чему она стремится, берег ее? Нет, я хочу быть семьей. Я хочу, чтобы ты хоть раз меня поддержал. Ты лишаешь меня той хрупкой связи с ней, что еще осталось. Я делаю все возможное, чтобы сохранить нашу семью. Если так, мог бы хоть раз сделать по-своему, а не как велит тебе отец. Ты права. Милый. Нет. Ты права. Какой пример мне ей подаю? Похоже, все, что я тебе могу, это разрушишь все, что мне дорого. Просто... Ты нужен нам. Ты нужен мне. Я не могу справиться одна. Я так скучаю по дому. Ингрид, у тебя был дом? Раньше, до этого. Кто-то о тебе заботился? Похоже на да. Может... Я смогу помочь тебе отыскать дорогу назад. Как тебе план? Можно войти? Хендера, я выслушал. Теперь расскажи мне, что стряслось. Его там не было. Я ошибся. Кто из нас не ошибался? Новый выпуск Гарма. Это надо постараться. Хаос уже расползается по другим мирам. Асгард не страшен. Но всем остальным... Я хочу вернуться домой. Ну что ж, хочешь, ступай. Я ведь тебе говорил, ты здесь не вплюнул. Выбор твой, иди очисти разум, потом вернешься. Но перед уходом верни мне маску. Понимаешь, тебе-то я доверяю. Но не твоим друзьям. Ингрид. Прошу, мне надо уйти. И Локи, когда ты решишь, что готов продолжить работу, Хугин будет ждать тебя в твоем старом доме. Ты дал маху, но все равно будем рады тебя видеть. И привет от меня миру! Никогда не думал, что так будут развернуться. Если ты остаешься, тебе придется подождать.